Всем привет. И мы... Фауна, смотри, кажется, у той девчонки стоит... Давай узнаем, что она хочет. О ком она говорит? Не знаю, почему. Всем привет, дорогие друзья, и мы продолжаем проходить Genshin Impact. Катерина, в прошлой серии мы остановились, что мы должны поговорить с Катериной. Все, разговариваем с Катериной. Погнали. Welcome to the Adventurers Guild. Добро пожаловать в гильдию Искателей Приключений. Мы давно присматриваемся к вам. Давно к нам присматриваетесь. Что вы имеете? А что мы такого натворили? О нет, я совсем не хотела и не имела это в виду. Находить новых Искателей Приключений — это моя работа. Я вижу и тебе, Искатели Приключений, равно по силе легендарным героям прошлого. Ха-ха, я тоже что заметила. Фауна и Пайман путешествуют вместе, и не как мы за каменной стеной. Ха-ха. Однако для любителей Искателей Приключений нет ничего важнее опыта. Ведь ранг приключений можно повысить только с помощью опыта приключений. А я занимаюсь инструментами свежеиспеченных членов гильдии. Постой, что это, что значит, что мы теперь официальные искатели приключений? Не переживайте, гильдия не собирает никаких взносов и не вкладывает никакие обязательства на своих людей. Если кратце, то гильдии нет никаких минусов, только плюсы. Понятно. С ростом роста приключений ты будешь получать награды от гильдии. А вот твой подарок к новым людям гильдии. Получи и распишись. Награда. Ух ты. Во. Ха, а что еще есть? А вот теперь позволь мне официально поздравить тебя со вступлением в гильдию Искателей Приключений. Вот твоя лицензия Искателя Приключений. Боюсь, похоже на рекламную брошюру. Это и есть самого рода рекламная брошюра, но она может быть полезной. В ней ты найдешь полезную информацию о наградах и заданиях. А еще это доказательство твоего членства в гильдии. Ох, чуть не забыла. В такой момент ты можешь почувствовать, что... застряла в определенном рангом приключений. Тогда это придет тебе... Когда это произойдет, тебе придется сделать что-то выдающее, чтобы заслужить признание гильдии. Выдающее? А можно поточнее? Определенное задание позволяет тебе повысить свой ранг приключений. Считай это своего рода тестом для повышения квалификация. Но сейчас тебе ни в чем беспокоиться необходимость зарабатывать признание гильдии. Появится, когда у тебя будет достаточно опыта приключений. На сегодня это все. До скорой встречи. К звездам тебе. Еще одна награда дай. О, еще одну награду забрал. Так, ладно, это все хорошо. Так, вот. Вот моя книжка лицензия. Книжка. Ладно. Ежедневки будем тогда выполнять. Так, что у нас по заданиям? Так, по сюжету у нас. Что открыто у нас пока по сюжету? Проблемы у Келли. Это этот офицер гильдии Ордио Фраус. Но мы пока к нему не пойдем, надо этот дополнительное задание сначала выполнить. Посетите амертатуру статус семих орхонтов. Архантов, короче. Так, по карте. Где это по карте? Эй,
Чу. Чё у нас? Чего? Ну и? Почувствовалось благословение архонтов. В Манштате это затвердный ветер называется. Ладно, все. Эти глаза. Так, про пиратский клад. Пиратский клад. Проблемы. Проблемы у Келли. Погнали. Так, телепортируемся сразу в Манштат. А телепортироваться... А, вот, есть, есть, есть. Погнали. Вот the audio from. Пиратский клад. Давайте посмотрим, что нам хочет предложить Келли. Офицер Ордио Фраус. Вон он стоит. Плохо, плохо, очень плохо. Что же делать? Обычно ты выглядишь гораздо спокойнее. О, тысяча вертуров. Хвала архонтам. Как я как рад, что ты здесь. Посланница Орми Хаус, найдется ли у тебя минутка свободного времени? Кажется, окровение лезть. Расскажи, что произошло. Рыцари не должны об этом знать, кроме тебя. Никто не сможет мне помочь. Давай обсудим это в более подходящем месте. Встретимся рядом в саду, рядом со штабом. К чему такая таинственность? Погнали. Да, что-то у него там стряслось, надо узнать, что такое. Так. Что-то долго прогрузился, не? А вон он стоит. Здесь мы можем говорить. В чем дело? Говори же. С чего бы начать? Я расскажу вам один секрет. Он касается нашего прошлого. Надеюсь, вы никому не расскажете. Не переживай, мы никому не расскажем. В общем, мой дед был пиратом. Ох. Эй,
Вы же не верите мне. Я говорю правду. Вот повязка, так осталась мне по наследству от деда. Не знал, что повязки передают по наследству. Ха-ха-ха, Пауна, это же знают все. Даже все знают, что... что прически дети получают от родителей. Вчера я покопался в старых бумагах деда и обнаружил записку, в которой упомянулось какие-то сокровища. Сокровища? Если верить записке, сокровища спрятаны в затерянных руинах. Сокровища. Точное расположение в этих руинах неизвестно, но я ввел кое-какие справки. Сокровища. Кия, что это за сокровища? Золото или алмазы? Ха-ха, настоящее сокровище это не золото, не алмазы. Сокровище моего деда это легендарный меч. Магический меч, дающий хозяину безграничную силу. Ого! Этот меч упал... и ушел в морское дно. Там его случайно обнаружил мой дед и его команда. В этот момент, когда дедушка взял меч в руки, разразился гром, поднялась волна и задунул ужасный ветер. С этим мечом мой дед победил восьмиглавную гидру. Сибро... Сверобласую башню жуткого дракона бездны. Но огромная сила меча привлекла внимание других жадных пиратов. Чтобы избежать ненужных конфликтов, мой дед спрятал плащ. Гидра башни, они существуют? Они потрясающие. Это наш потрясающий мир полный необязанности и невероятности. С ума сойти. Недавно в руинах неподалеку заметили шахту мародеров. Они уже похитили немало сокровищ, поэтому их называют похитители сокровищ. Вроде они могут обнаружить руины Алкирии, и тогда магический меч будет потерян навсегда. А мы это не допустим. Мы должны найти меч первыми. Не сомневайся, что Фауна и я помогу тебе. Замечательно, тогда, пожалуйста, никому это не рассказывайте. Эй, здорово, да? Наверное, крутой меч. Он правда существует? Ну давай для начала посмотрим, что мы можем узнать в гильдии Искателей Приключений. Искатели Приключений ведь должны много знать о руинах, не так ли? А, ну да, в принципе... А это что за дед? Ладно, с тобой потом поговорим. Или не поговорим. Не знаю. Может, когда-нибудь. Но не сейчас. Опа. Эй, добро пожаловать в гильдию Искатель Приключений, малышка. Мы ищем... Мы здесь не просто так. Мы ищем невероятно крутой меч. Меч, который упал с небес. Меч, который обнаружил все восьми голов из башен. Меч, который сразил сереброзерванную гидру. Гидра и сереброзерванной башни. Да-да, обычный меч. В любом случае, я не должна говорить об этом, где этот меч находится. Так что, мистер Сайрус, вы знаете, где находятся руины Алкирии? А вот сейчас сказал. Руины Аркидии? Никогда раньше не слышал об этом месте. Но сейчас тебе наведу. Если вдруг обнаружу эти руины, я буду рад... на них посмотреть. А на виду? А, на видку? Все еще никаких следов.
Должно быть, это не просто спрятать легендарный меч. Кия ждет нас. А я что делаю? Иду в келье. А это кто был? Какой-то пират. Какая-то тут как... Что-то кто-то замешан в этом деле. Не просто так стоял этот пират. Соглы, если не соглы. Если соглы, ставьте лайк. Так. Сейчас посмотрим, что скажет Кия. Кия Рио. Да. А вон он. А я думал, этот будет там сидеть. Вы вернулись? Нашли что-нибудь? Мы расспросили членов гильдии Искатель Приключений, но ничегошеньки не узнали. Я так и думал. Почему это? Тебе не кажется, что это было слишком просто узнать о руинах из других путешественников? Но у меня есть несколько зацепок. Мои осведомители, добыв данные на черном рынке, кажется, этот человек может рассказать о больше этих руинах. Правда? Где же он? Не спеши, мы должны соблюдать правила черного рынка. Вчера с восстановлением пойдем, а завтра или вчера. Чего мы ждем? Давай поскорее. Мы с Паймом добудем эту информацию. Благодарю. Конечно же, рыцари сейчас щедро вознаграждают. Ха, заметь. Да, заметано. Заметано. Понятно, все. Заметано, так заметано. Ладно, ладно, ладно. Тайна руин архиеспра. Так. Мы это за территорию летим тогда. Ой, я только сейчас заметил. Ее надо подлечить. Седьмой. Своему. Так, достижение надо. Так, все забрал. Так, вот эти, вот это и вот это буду проверять после кадра, а то не запишется ролик. Опа, погнали дальше. Интересно, зачем столько тайн? Так, погоди. Книжки, книжка. О. И последнее. Найдите 15 разбросанных повсюду сундуков. 9 из 15. Ну, это не к спеху. Не к спеху. Песочницы. Отправьтесь на встречу с осведомителем в определенном месте. Обозначенном месте. Ну. Какая уж тут разница. Так. А вот это надо... Так, бежим. Возьмем килю. А он третьего уровня, нет. Фауна, смотри, ей нужна помощь. Ого, нифига себе. За что не стоило ему помогать? Ему? Спасибо вам. На вас можно положиться, в отличие от этих рыцарей из Ордена. Пустяки. Фауна путешественница, она занимается этим каждый день. Путешественница, значит, что... Это вы? Забавно, что мы встретились при таких обстоятельствах. Значит, ты...
Ха-ха, я не знаю, как я могу вас облагодарить, что если я поделюсь с вами информацией о руинах совершенно бесплатно. Личные связи в нашем деле имеют огромное значение. Серьезно? Да? Вы же спасли мне жизнь. Какая удача. Хотя, Кия, вот для этого большая... Вот это большая удача. Платить-то должен был он. Послушайте внимание. Руины Алкирии. В этом городе на озере живут три великана в шесть руках. Двое защищают статую божества. Третий охраняет сокровища богов. Ага. Это все? В этой записке прилагается карта. На карте показано, где сокровище. Это более похоже на загадку. Для тебя это должно быть проще простого, да? Займемся им. Конечно. Если для тебя не получится решить эту загадку, то пусть попробует Кия. Похоже, у него то котел неплохо варит. Я оставлю эти данные тебе. Спасибо, Вел. В этом городе на озере живут три великана. Я понял. Что это вообще может означать? Кия поможет нам, если ты не справишься. А что, мы сразу не пойдем в келью? Так. Да. На озере шесть великанов. Нахер нам надо? Лучше пойдем и быстренько в Киев. Так. Так. Погнали. Та-да-да-да-да-да-да-да. Бежим. Фауна, вы вернулись. Похоже, что у вас есть нужная информация. И да, и нет. Все немного сложнее. В этом городе на озере живут три великана, шесть руках. Двое защищают статую божества. Третий охраняет сокровища богов. Что это может быть? Что это может знать? Загадки как оригинальные. Давай подумаем. Город на озере это Манштадт, а шестиные гиганты это мельницы. Ветряные мельницы, неплохо. У мельниц в шесть лопастей. Все сходится. Да, все верно. В этом городе три мельницы. Две из них рядом со статуей. Другая охраняет. Я знаю. Другая охраняет сокровища. Ха, надеюсь, что так и будет. Пойдем проверим эту мельницу. Ну, пошли проверим эту мельницу, чё. Делов-то.
Проверим эту мельницу. Ой. Так, вот она мельница. А, нет, так не забрал. Вот она мельница. Так, надо забраться до нее, на нее. Так, где это хорошо можно сделать? А, вот здесь. Кстати, о, погнали. Забраться можно. Давай, давай, давай. Хэп. Гриб. Дай мне посмотреть, что там. Она совсем не любила его. Источник берет ключом. Но это лишь фальшивый образ, и в нем чай холодного одиночества. Ее сердце явит истину. О, еще одна карта. Еще одна карта. Опять загадка. Больше загадок. Голова уже идет кругом. Мозг закипает. Мозг? Я не знал, что у тебя мозг. Разумеется, в этом сама или попросим помощь. Загадки, загадки. Зачем столько загадок, а? Плохие новости. С тобой потом поговорим после завершения этого. Квестовой линии. Или это сюжетная линия? Да, это сюжетная линия тоже. Это же сюжет с главными персонажами. Значит, это сюжет. Да. Сюжет мы выполняем, сюжетную миссию. Она совсем не любила, источник берет ключом, но это лишь фальшивый образ. И в чай холодного одиночества ее сердце веет истину. Что это может только означать? Похоже на случайную страницу из дешевого любимого романа. А, значит, она была не права. Даже такие гении, как я, могут и ошибаться. Ха-ха-ха, я же пошутил. Кия, это серьезное дело. Ха-ха, необычная загадка. На поверхности ручья должно быть речь о Сопари. Спринглове. Источник бьет ключом, но это лишь образ. Что это значит? Что это значит? Значило. А так идет речь. Может, это про тех, кто купается в ручье? Это же не примилично. Неприлично. В Манштате так не делают. Хвала, он. Ты тоже купаешься в ручах. В таком случае, прошу прощения, я не осуждаю. Фауна совсем не такая.
Смиренная страсть источник нету ручья, да, тех, чтоб в ручье купается. Может, идет изменение уровня воды в ручье? Хорошая идея. Водопады. Ключ к тайне спрятан за водопадами. Спрингвейге. Настоящая страсть находится там. Сердце водопада. Это скала слева от водопада. Холодное одиночество. Похоже на Киро элемент. Возьмем с собой друзей из Киро способность с теми. Спасибо за помощь, Кия. Да не за что. Если рыцарь Ордио Фраус не сможет решить задачу, то как тогда он будет расследовать настоящее преступление? Мы отправляемся, а ты будешь заниматься настоящим преступлением. Я имела в виду расследованием настоящих преступников. Понятно, водопады. Идем к водопадам. Так. Так, найдите место, описывающееся в подсказке. Блин, она закрыта. А, можно открыть этот путь. Давай приземлимся. И чтобы быстро, и чтобы долго не ходить, телепортируемся сюда. Что было бы ближе. Так. Вон туда нам идти надо. Вон туда. Ладно, идем. Так, забрали? Забрали. Львомный резерв. О, материалы. О, отлично. Камни нам понадобятся, чтобы улучшить меч потом в дальнейшем. А вот как с луком придется работать, я не знаю. Так. Да, что-то у тебя стамина вообще маленькая. Опа. Опа. Так, мы уже совсем рядом. Так, нам надо на ту гору. А это еще что за 10 уровень? А, легко. Давай. Фриз. Ах так? Not so hard. No one escapes my sight. Freeze.
Нифига себе. Надо Кио тоже прокачать, но нет нету ресурсов пока. Стоп. Так у нас пускай восстанавливается. Погнали. Так, все перебили? Да. Так, ледяной этот нужен. Да, я понял. Готово. Готово. И последнее. Нам пришлось хорошенько постараться, чтобы разгадать все эти загадки. Я не хочу никого обидеть, но эта карта выглядит ужасно, словно это пират нарисовал. Значит, мы пойдем за сокровищами. Ты считаешь мои мысли? Пойдем скорее. Поспешим, я не хочу, чтобы кто-то зашел. Например, те самые похитители сокровища, о котором рассказал Кия. В любом случае, мне нужен этот меч, чтобы... Нет, Пайман только смотрит. Мы только хотим увидеть. Мы хотим стать самыми могущественными силами и ничего толком не делать. Хорошо, болтать позже. Давай займемся нашей прелестью. Охота за сокровищами Аркадии продолжается. О, куда бежать? Ё-май. А, вот сюда нам бежать. Давайте откроем эту карту. Или как? Ладно, потом откроем. Сейчас же задание выполнить, а потом же. Открою эти карты, эти районы за кадром. Стоп. Стамина. Идем потихонечку. Давай. Опа. Вот этот элемент надо забрать. Забрали. И бежим. Так, погодите, зайдем в инвентарь, и нам надо вылечить наших персонажей. Так, Эмбер и Кио. Все, погнали. О! О, руда.
Ой-ой-ой, нет. Кабан, кабан, стой! Ну ладно, хер с ним. Долетим. Долетели, отлично. О, яблоки. Забрали яблоки, бежим дальше. Бежим дальше. А мы уже здесь на месте. Так, стамина. Лазим. Так, ниже, внизу. Чё, совсем внизу? Ну. А вот и руины Аркирии. Слишком просто. А, я поняла. Если хочешь что-то спрятать, положи это на самом видном месте. Дедушка Кей отлично придумал. Постой. Ты это слышала? Это мышь. Послушай. А, на это нет времени. Нас ждет сокровище. Поспешим. Ой. Ой, блин, опять убивать. Убейте 6 врагов за определенное время. Так, заправились ХП, идем дальше. Это все? Сокровище, где ты, моя прелесть? Фауна, давай поищем внимательнее. Не трать на это время. Теперь этим займусь я. Черный рынок. Ха, я работаю на них. Но они слишком глупы, чтобы разбогатеть. Приветствую. Мое имя Изард. По имени похитителей сокровища благодарю вам. А вы? Как мы узнали, что вы
старались, все делали по-тихому. Неудивительно, что вы об этом узнали. Я не отдам тебе сокровища без боя, это моя прелесть. Не стоит сейчас недооценивать. Снаружи меня ждут моя банда. Не думаю, что они заставят вас разговаривать. Извините, что без приглашения. Что касается твоей банды, ты можешь навести их в манштанской тюрьме. Но еще лучше поселиться там все вместе. Рыцари. Кия. Кия. Он хочет украсть сокровище, арестуй его. Почти получилось. Сокровище. Прости, но никаких сокровищ и никогда и не было. Мы придумали всю эту работу напрасно. Что? Нет сокровищ? Я сказал, что нет сокровищ? Здорово, вам удалось провести меня. Не думал, что рыцари приведут. Пойдут на такое. Вор не имеет никакого права критиковать меры рыцаря ордена. Тебе не взять меня. Что? Что? Я не нарочно. У тебя столько проблем? Рыцарь, ты ведь не можешь просто оставить меня умирать. Неплохая идея. Хорошо, хорошо, я сдаюсь, помоги мне. Хорошо, придется с тобой еще повозиться. Окей, убиваем стража руин. Это легко, просто надо вот этот жбан. Жбан постоянно стрелять и все. Чтобы он отключался. И уворачиваться от ракет. Давай. Заморозить его не получится. О, еще эти прибежали. Давай. Я. Все. Я их разнес. Так, теперь с тобой. Будет кружиться, голова будет кружиться. О, попал. На. Давай. Все, мы его отключили. Бьем. Давай, чуть-чуть осталось. Бум! Рыцари, спас мне жизнь, какой позор. Веди себя хорошо, а то мы запросто можем это исправить. Как так Ордио Фраус общается со своими арестованными? Я пошутил, достать его в Манштадт. Будет сделано. Капитан, а что делать с этими двумя? Что? Без них у нас ничего бы не получилось. Если бы не они разгадали нашу дезинформацию, мы никогда бы не поймали похитителей сокровищ. Дезинформация? You're a bad man for lying to me. Shame on
А ты обманул нас, рыцари, должно быть стыдно. Ладно, прекрати. Ведь сокровище не существовало, но ведь все равно собирались привести себя. Поэтому мы не сообщили... Почему вы не сообщили мне своих действий? Фауна, пойдем отсюда, хватит с меня разговоров. Не так быстро. Вы помогли нам и заслужили награду. Предрассветный победитель меч Траумфорбара. Так следует название. Из-за названия этого символ победы и рассвета. Если вы не против, я хочу вручить вам Пресветника Зари в качестве награды. Пресветник Зари? Именно. Мне кажется, он отлично подойдет для такой умной и культурных леди, как вы, мисс Пайман. Раз ты думаешь, нам Пресветник Зари... Я заслужил твое прощение. Для меня большая честь иметь такого понимающего друга, как ты. Приносим мои извинения за этот обман. Такое больше не повторится. Кажется, Пайман... Какой прекрасный день. Прошу меня извинить. Заходите в штаб Ордеофраус, если понадобится, я буду там. Нормально. Пиратский клад, задание завершено. Лети как ветер, поговорите с Эмбер. Ой, Эмбер. Эмбер, потом Лиза, потом все, потом это Джин, главнокомандующий Манштатом. Да, дела не поворот. Так, что тут у меня по заданиям? Так, артефакты, активируем. Так, а персонажи? Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Все это отмечаем, чтобы не мозолить глаза. Ну что там еще? История. А вот история. Так, артефакты. Наша Эмбер вообще без артефактов ходит. И это тоже. Так. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. История. Озвучка. Все. Выберите персонажа. Повысить уровень. А, кстати, надо прокачаться, да. Прокачаться. Так, на. Так. Так, до 20. Так, Эмбер. Надо прокачать Эмбер. Ага. Вот, отлично. А его... Я не знаю, Лизу вариант прокачивать, не вариант. Не знаю. Она бессмысленна. Только этот включайте. Электричество. Маг, короче. Маг. Офицер. Лучница. И путешественница. Да, такие дела. Так, что тут еще?
Тень над Манштатом. Вернитесь в Манштат. Это сюжетный. Задание легенд. Рутинная работа. 15 ранг приключений. А у меня какой ранг приключений? 8. Ну ладно. Так, сейчас подождите. Это сделаем. Ну ладно, давайте на этом закончим и продолжим уже в следующей части. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в мои группы, которые находятся по ссылке в описании к видео. Все, всем спасибо, всем пока.